вечір. В ефірі програма «Гаряча лінія». І сьогодні гість нашої студії – начальник управління капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації Павло Нуждов. Доброго вечора, раді вітати вас у нашій студії. Павло Анатолійович, ну, давайте розпочнемо. Ви розкажете про те, яким був рік минулий для управління. З чим ви почали цей рік? Які успіхи, які досягнення ви можете розповісти про успіхи, досягнення вашого управління? Будь ласка. Добрий вечір, уважаємо телезрителі. Спасибо, что пригласили на программу. Как бы нам действительно есть о чем рассказать. Вот, проведена была колоссальная работа в 2015 году. Но если в общем, как бы, да, у строительной отрасли, то как бы, ну, не секрет, наверное, я не скажу что-то нового, что строительный комплекс – это, наверное, действительно основополагающая вообще экономики страны. Почему так происходит? Да потому что в строительстве задействованы и другие сферы, да, как бы это и машиностроение, и отрасль производства строительных материалов, отрасль производства оборудования, вот, энергетики и так далее. Это и научный прогресс, как бы, и новые разработки. И мы, кстати, тоже работаем и пытаемся внедрять и в наши проекты, в реализации тоже новые технологии. Я в дальнейшем об этом расскажу. Что касается работы нашего управления, то, ну, действительно, как бы, есть положительный сдвиг по сравнению даже с 2014 годом. У нас в 2015 году, наверное, где-то в 5 раз увеличилось финансирование наших объектов социальных. Что именно, как бы, да, управление, вы знаете, да, наверное, что является структурным подразделением облгосадминистрации, является основным заказчиком на разработку проектной документации, на строительство, проведение капитальных ремонтов, реконструкции и объектов социальной сферы, вот, инженерных МРЭШ, ну и так далее. Вот. В 2015 году нашим управлением было реализовано более 150 проектов. Это колоссальная цифра. Вот. Нагрузка соответствующая на управление была, как бы, да, но мы справились, я считаю, с задачей. Из этих 150 проектов более 80 это проекты, непосредственно, которые финансировались с областного бюджета и с государственного. Дальше тоже я немножко подробнее остановлюсь на этом. Вот. Также наше управление может надавать такие услуги, как осуществление технического надзора на других, как бы, объектах, в том числе и частных. Вот, тоже мы это практикуем. То есть из 150 проектов 80 – это были проекты государственный и областной бюджет, и 70 – это проекты, вот, и инвестпроекты всевозможные. Вот. Вкратце пока что. Да, вот вы говорите о том, что, давайте так, если в целом говорить о строительной отрасли в Николаевской области, какое-то время назад, ну, все, по сути, строительство, но новые стройки, все остановилось. Сегодня активизировался этот рынок, сегодня развивается строительство. Сколько сегодня вообще много строят в области? Ну, тут как бы статистику не обманешь. Я уже говорил, да, ранее, что действительно финансирование увеличилось в 5 раз. То есть это в разы увеличивается. Да, пускай как бы государственный областной бюджет тоже внес свою лепту, но небольшую. Но у нас есть как бы инвестпроекты, вы же знаете, да, порты наши, вот как бы Николаевские, они, это и заходят инвестиции, там не, там сотни миллионов гривен. То есть как бы общий показатель области, мы сейчас в пятерке, ну как бы в пятерке по освоению капитальных инвестиций в регионе, в Украине. То есть это, я считаю, это отличный показатель. И это не предел, как бы 16-й год, вот глава областной государственной администрации поставил всем задачу, всем управлением, как бы, вот, заводить максимальные инвестиции в регион. Вот, я уверен, что как бы объем капитальных вложений как бы еще увеличится и в 16-м году. И это, я же говорю, это цифры статистики, можно посмотреть все это, проверить. А если говорить о жилищном строительстве, это вот вы говорите о портовом хозяйстве, о развитии, ну, понятно, туда очень много вкладывается. Если вот говорить банально о жилье? Тоже, как, да, мы немножко, именно управление нашего капитального строительства, немножко менее, чем хотелось бы, занимаемся этой проблематикой, да. Это больше как бы такой частный сектор, да, инвесторы. Вот, но то же самое, в городе вы видите, как бы есть ряд компаний, которые осуществляют строительство, как бы, ну, довольно-таки перспективных объектов. То есть та же компания «Парадис», вот как бы, да, вы знаете, это «Северная звезда», микрорайон. Это микрорайон «Ривьера», как бы, и строительство идет. Как работает. Бы, да, да, работает, работает. Есть, соответственно, рабочие места, есть отчисления в бюджет. Вот, то есть, хотелось бы больше, конечно, но...
А если говорить о проблемах, наверняка есть ряд каких-то определенных проблем, которые мешают такому устойчивому развитию социально-экономического региона. О каких проблемах идет речь? Ну, как давайте опять как бы в формате вот нашего управления, да, есть, конечно, ряд проблем, вот, но смотрите, значит, я считаю, что вот какой большой прорыв был, да, сделан в 2015 году, вот есть сформирована стратегия развития Николаевского региона до 2020 года. Это такой документ, как бы он основа основ. Там вот, что касается в том числе и проблемы строительной отрасли, они описаны, и не просто описаны, там как бы есть пути решения этих проблем вот, до 2020 года. Основное то, что касается, опять же, социальной сферы. Что еще хочу добавить? Как бы это была командная работа, этот документ, да, как бы он, это работа всех структурных подразделений облгосадминистрации администрации под руководительством главы областной государственной администрации. Этот документ как бы прошел согласование с областными всеми комиссиями, вот, облсовет проголосовал за нее, и это в том числе и для моего управления является как бы такой вот, ну, библией, да, то есть в дальнейшем это позволит и нам в область привлекать инвестиции, как и государственные, так и частные. Вот. Более того, значит, государственный бюджет, да, есть как бы определенные правила игры уже вот с 2015 года, тоже мы уже слышали, да, есть такой государственный фонд регионального развития, mm-hmm. вот, Украины. То есть там есть определенная формула, как бы, да, на каждую область выделяется определенное количество средств, но эти средства надо как бы подтвердить. Для того, чтобы их получить, вот, надо как бы провести определенную работу. Первое, что самое главное, как бы, это правило, как бы, выдвинутым и Минрегионом, вот. Это должно быть наличие этой вот программы нашей, да, развития Николаевской области до 2020 года. И эти объекты должны быть включены уже в эту программу. Вот. Этим мы показываем, что это у нас не просто спонтанно, да, мы как-то где-то выхватили какую-то. То есть это у нас планомерная работа, начиная с 2014 года. Мы планомерно изучали, мы проводили аналитику вот, области нашей. И туда действительно включены, вот, что касается строительной отрасли, объекты, которые действительно необходимо сделать. О каких объектах идет речь? Ну, это разные направления. Есть, мы отрабатываем направления здравоохранения, и образования, как бы, и культуры тоже, как бы, вопросы немаловажны. Там, ну, отведен, да, определенный блок. И развитию физкультуры и спорта. То есть мы максимально, как бы, охватили, ну, попытались охватить вот, как бы, этой программой наши объекты. Если говорить о финансировании, в 2015 году это наверняка были одни суммы, в 2016 году это другие суммы. Сколько сегодня государство выделяет на государство и область, угу. на финансирование объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта? Понял. Ну, тут как бы цифры я даже, вот, в принципе, приготовил, готов вам. Еще раз повторюсь, по сравнению с 2014 годом, то есть финансирование по нашему только управлению увеличилось в 5 раз. И вот для примера, значит, средства государственного фонда регионального развития, то, о чем мы говорили. Значит, была соответствующая постанова в 2015 году, 766-Р. Вот. Выделено было 60 миллионов 500 тысяч гривен на реконструкцию и строительство социально значимых объектов области. Значит, следующее. Средства субвенции с государственного бюджета, местным бюджетом на финансирование мероприятий по соцэкономразвитию отдельных территорий. То же самое, соответствующая постанова, 9,5 миллионов гривен. Вот. Следующее. Средства субвенции с государственного бюджета, местным бюджетом на финансирование мероприятий социально-экономических компенсации риска населения, это 5 миллионов гривен. Ну и дальше уже у нас и областной бюджет. Значит, средства бюджета развития областного бюджета 24 миллиона 770 тысяч гривен. Вот. Облбюджет на капитальный ремонт объектов областной коммунальной собственности 44 миллиона 600 тысяч гривен. Потом у нас есть такой в области еще фонд охраны окружающей природной среды 1,8 миллиона. И работаем мы еще по такой, есть эта программа строительства Таштыцкой ГАЭС. Очень интересная программа, как бы единственное, что, да, вот эти последние года, как бы там финансирование было не в таком объеме, как хотелось бы, но нам в этом, в 2016 году, мы уже, у нас как бы есть определенные заделы, мы думаем, что финансирование будет гораздо на порядок выше. То есть всего по управлению мы финансировались по 8 источникам. Вот. И, ну, это дало нам возможность реализовать более 80 проектов. Я считаю, что социально важных. Вот. И
Я думаю, если у нас еще состоится с вами встреча, ну вот как бы немножко будет больше эфира, то мы подготовим даже ролики соответствующие, угу. Как бы вот это было бы очень интересно показать нашу работу уже. Не знаю, я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что ну, вот эти 60 миллионов, да, одна из цифр, о которых мы говорили. Но это не так много, наверное, на всю область, учитывая отрасль, о которой мы говорим. Строительство, это все-таки, ну, это большие затраты. И, я не знаю, там, и проект, наверное, очень дорого стоит, и сами работы наверняка не дешевые. Абсолютно верно, не дешево. Да. Есть перспективы, что денег будет больше, и мы сможем отремонтировать, построить, что там еще больше? Есть перспективы такие, и планируем привлечь финансирование в этом году уже больше, как я говорил. Но, в принципе, деньги как бы и не маленькие. 60 миллионов гривен – это дало нам возможность реализовать 29 проектов только по Державному фонду регионального развития. Вот. Почему, опять же, да, как бы экономия определенная? Потому что, в принципе, все объекты, они же практически сейчас действует закон про державные закупивли. А все объекты – это произошел конкурсный отбор подрядных организаций. Мы, кстати, тоже проводим этот конкурсный отбор. Вот. У нас более там, 10-20 бывает участников на конкурсе. То есть выбирается наиболее оптимальное предложение участника. И, соответственно, как бы тоже получается определенная экономия по объекту. Ну, то есть, ну, стараемся вот как бы сэкономить и государственные деньги, эффективно их использовать, в общем. Слушайте, а вот я сильно подозреваю, что, вот вы говорили, удалось, с учетом финансирования из нескольких источников, удалось отремонтировать более 80 объектов. Да, каким образом формируется перечень вот этих объектов? Потому что, снова-таки, я подозреваю, гораздо больше, куда нужно вкладывать деньги. По какому принципу вы определяетесь, что нужно сделать вот в данный момент? Абсолютно верно вы говорите. Значит, что касается, тут можно как бы разграничить. Да, есть, опять же, деньги местного бюджета, областного, и есть деньги государственного бюджета. Что касается областного бюджета, то формируется перечень по предложениям структурных подразделений областной администрации, вот, по предложениям местных органов самоуправления. Этот весь перечень потом в итоге согласовывается изначально с профильной комиссией нашей, да, депутатского корпуса. Вот. И потом это все выносится на сессию, и депутаты голосуют за эти объекты. То есть выбирается действительно, стараемся, во-первых, как бы да, охватить максимально районы всей области, чтобы как бы никого не обидеть, потому что проблем действительно много. Вот. Ну, опять же, это планомерная работа, как бы, если это то, что касается областного бюджета. Что касается государственного бюджета, есть определенные правила игры. Да? Вот, опять же, повторюсь, государственный фонд регионального развития. Как это все происходит, да, отбор. Значит, распоряжением главы областной государственной администрации создана региональная комиссия по отбору этих проектов. Вот, комиссию эту возглавляет первый заместитель главы областной государственной администрации, это Ромачук Николай Павлович. Вот. Состав комиссии – это 20 человек, 20 специалистов, это руководители структурных подразделений облгосадминистрации, администрации, это эксперты привлекают, это общественники, это депутатский корпус, опять же. Вот. И как бы участвовать могут все. Вот. Есть определенные критерии выбора подачи этих проектов. А потом идет просто как бы голосование. Каждый член этой комиссии, он как бы выставляет баллы. В итоге тут это все, кстати, происходит в прямом эфире. Это настроена, да, как бы связь с Минрегионбудом. Вот. Потом это все вылаживается тоже, эта запись в интернет. То есть любой как бы желающий может посмотреть, как это все происходит. Вот. Где, если то есть в этом случае вы показываете, демонстрируете максимальную открытость? Конечно, да. То есть, вот, допустим, в 2015 году всего было проектов собрано на сумму более 150 миллионов гривен. Ну, как подготовлено, да, и подано. А вот прошли только, допустим, вот на 29 проектов на сумму 60 миллионов. Но опять же, это не говорит о том, что больше они как бы, да, они не участвуют в этой программе, но есть другие источники финансирования. А наличие проектной документации, да, свежей, и наличие экспертного выставка нам дает право как бы уже поучаствовать в других каких-то инвестпроектах, вот, даже с того же областного бюджета, ну, с местного бюджета профинансировать проект. То есть, в принципе, ну, вот как оно происходит.
То есть, насколько я понимаю, в первую очередь рассматриваются объекты социальной сферы. Социальные, так? Да, да. Вот если говорить об объектах социальной сферы, есть какие-то проекты, вот, например, которые реализуются в сфере здравоохранения сегодня? Если да, то какие они? Есть множество проектов. Мы стараемся охватить все отрасли, все как бы направления. Ну, что касается здравоохранения, объектов много, но я хотя бы вот несколько могу вам, значит. Один из таких вот объектов – это реконструкция областного противотуберкулезного диспансера. Это наш Селенадбуск, Николаевского района. Значит, туда было использовано в прошлом году 5 миллионов 600 тысяч гривен. А что мы сделали? Мы, получается, полностью реконструировали кровли. А это несколько корпусов, это огромная территория здания. Значит, это более 8 тысяч квадратных метров кровли. А вот как раз по кровлям мы тоже применили уже современные материалы. Вот. Это еще была проведена реконструкция холодного водоснабжения и еще ряд решен как бы вопросов, да, таких насущных по этому объекту. Но объект у нас еще не, в принципе, он громоздкий, там нам еще есть, предстоит решить ряд проблем. Вот, но у нас разделен на пусковые комплексы, да, определенные. Вот, то есть то, что мы ставили перед собой задачу в 2015 году, мы выполнили. Это то, что касается противотуберкулезного диспансера. Также мы сделали капитальный ремонт реанимации на первом этаже четырехэтажного корпуса. Это на Киевской, это наша областная больница. Вот. В том числе мы изготовили проектную документацию, успели в 2015 году, прошли экспертизу и выполнили эту работу. Видели, наверное, тоже, да, как бы и Вадим Иванович, наш Мериков, открывал это отделение, как бы, ну, масса положительных эмоций. Вот. Что у нас еще? Мы работали по онкологическому областной больнице, онкология, да, то же самое сделали, там кровли поменяли в радиологии. И, вот. Работали мы, значит, на областная психиатрическая больница номер 2, это село Сапетня. Реконструировали там систему отопления, ну вот, тоже с применением современных материалов, то есть как бы отработали уже, и там уже, наверное, вот можно будет провести потом аналитику. Уже, я думаю, что экономия как бы прошла по затратам, да, по этим теплам. Это, кстати, одна из тоже задач управления, ну, как бы максимально снизить энергозатраты, ну, энергопотребление по объектам этой социальной сферы. То есть у нас максимально стараемся решить проблему вот с утеплением, замена окон. То есть это вот те новые подход. Технологии, да, современные, да, да, материалы, о которых вы, да, говорите. Да. Ну, что еще по здраву? Ну, много очень объектов. Вот, значит, ну, сделали капитальный ремонт Братской центральной районной больницы, это если брать районы. Вот. Опять же, наркология, госпиталь ветеранов войны. То есть, ну, десятки объектов. А кому доверяете проведение работ? По какому принципу подбираются вот те люди, те предприятия, которые, собственно, будут проводить ремонтные работы? Принцип, опять же, говорила уже, это есть закон про здесь державный закупивель. Значит, принцип – это конкурс. То есть мы составляем документацию конкурсных торгов, учитываем там эти все факторы, как бы, да, что выкладываем полностью сметную документацию, то, что мы хотели бы видеть, да, от участника, от подрядчика в итоге. Вот. Каждый участник может это спокойно, как бы доступ есть в интернете, изучить эту документацию, если что-то непонятно, как бы задать определенные вопросы, мы ему разъясним. И основной, конечно, критерий является стоимость его услуг подрядчика, ну и там есть еще ряд других факторов, это и гарантийные его обязательства, если речь идет, допустим, о установке каких-то определенного дорогостоящего оборудования там и все, то это как бы, ну, немаловажный фактор. То есть если даже после монтажа и ввода объекта в эксплуатацию подрядная организация обязуется там в течение там десятка лет, допустим, да, еще вести какое-то гарантийное, ну, обслуживание объекта, это вообще, ну, как бы супер. Вот. То есть основное это, конечно, закон про действительно державных закупили, то есть выбирается на наиболее как бы оптимальное предложение, вот, из многих участников. Вот, соответственно, естественно, как бы они должны, там, ну, это все в нашей документации конкурсных торгов прописано, они должны иметь и лицензии, и соответствующие, как бы, опыт специалистов, работы. Опыт работы, это все есть, определенные формы они заполняют, вот, мы это все потом в итоге проверяем, вот, наличие там, да, как бы, спецтехники там определенные, которые необходимы для выполнения данного вида работ. То есть это все как бы мы прописываем. То есть в комплексе сужает круг, да, людей, определенно, которые... Да, 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 конечно, конечно. Если говорить об заведениях, учебных, образовательных заведениях, вы же с ними тоже работаете наверняка. Да. Какие работы проводились и проводятся, и будут проводиться? Основное, как бы, ну,
проблемы, опять же, попытались решить что? Снижение энергозатрат по объектам. Ну и, соответственно, оно уже получается, когда ты заходишь на объект, ну, естественно, оно, комплекс уже это получается работ. Это в комплексе и реконструкция, допустим, системы отопления и замена оборудования. Это и окна, и утепление с применением ну, абсолютно как бы новых качественных материалов. Вот. Это и кровли, и ремонт, как правило, как бы оно. Когда заходишь на объект, она комплексная проблема, и мы пытаемся ее решить, и это у нас получается. Ну, для примера, допустим, вот сделали мы в прошлом году реконструкцию мастерен под столовой Вознесенской общеобразовательной школы «Обдарованность». Вот, тоже, в принципе, можно выехать, посмотреть, есть что показать нам. Вот, постарались, значит, школа-интернат в Очакове, детский садик вот в Снегиревке тоже отреконструировали, то же самое утепление, замена окон, кровля, комплекс работ, замена отопительных приборов, ну вот, реконструкция системы отопления вот, школы-интерната Чаков. И была у нас такая проблема тоже вот в прошлом году, может слышали, у нас там произошло там как бы, да, аварийная такая ситуация в Новоодесском районе, это в селе Антоновка, школа-интернат. Тоже один из корпусов, он как бы, ну, он практически развалился уже. Вот. Поэтому нам пришлось ну, тоже комплексно подойти к этому мероприятию. Мы сделали обследование всей этой школы, сделали геологические изыскания. И фактически мы сейчас вот строим новый объект, вот, новый корпус, современный. Вот. Это объект переходящий, мы в 2015 году его начали и планируем закончить уже в 2016 году. И вот 1 сентября уже открыть этот корпус. Почему в 2015 году мы не закончили? Ну, потому что по технологии, как бы оно, в принципе, предусмотрено, да, технологически это строительство там более года. Ну, вот, поэтому, как бы, я же говорю, 1 сентября мы, деньги с областного бюджета в 2016 году уже выделены, поэтому уже работы опять возобновились, вот, и планируем его ввести в эксплуатацию. Ну, вот образование, как бы, их больше всего так у нас получилось, что объектов в 2015 году, это действительно десятки проектов вот, реализованных. Вот, я не буду их как бы все перечислять даже. Вот. Скажите, вот вы говорили о том, что там поменяли систему отопления, там поменяли систему отопления. Сегодня же много говорят об использовании альтернативных источников энергии, и наверняка в этом контексте вы тоже работаете. Собственно, вот, а что на что меняют? В зависимости от ситуации, как бы, опять же, не меняем, а мы добавляем. То есть мы сторонники того, чтобы полностью, вот, не, если, допустим, пытаемся мы уйти от централизованного теплопостачания, это да. Ну, вот, потому что действительно это колоссальные затраты. Да, это колоссальные затраты. Но если у нас очень много объектов, вот, есть, которые уже газифицированы, допустим, да, и там установлены были газовые эти приборы, газовые котлы. Да, сейчас вот с этими ценами на газ, как бы, да, такая актуальная эта проблема, хочется что-нибудь как-то сэкономить. То есть, да, у нас есть, действует такая программа, мы параллельно в существующей системе отопления врезаем либо это вот электроотопление, да, мы стараемся как бы, но это уже идет в комплексе с теплоаккумулирующими емкостями. Вот. Почему, как бы, опять же, есть ночной тариф, ставится трехтарифный счетчик, в ночное время, там это тоже опять расчетная как бы, величина, проектировщик высчитывает этот объем этого теплонакопителя, вот ночью да, нагревательный прибор нагревает эту да, емкость, как бы, а потом в течение дня как бы, это все циркулирует в системе отопления. Вот. Но бывает такое, что как бы, да, не получается у нас применить там, допустим, электроотопление, потому что там приходится реконструировать километры этих электросетей там, и подстанции строительства, это дорогостоящее. Поэтому пытаемся, как бы, и получается у нас тоже внедрить вот, на твердотопливные котлы, опять же, но это не те, в том понимании, как это раньше были, да, котлы эти, не ИСТУ, которые там огромные, занимали площади в помещениях, это современные котлы с автоматической загрузкой топлива, вот, это может быть и, опять же, и тот уголь, но только более качественный, допустим, это могут быть и дрова, и пеллеты, как бы, тоже это, в принципе, мы применяем, внедряем на наших объектах, это у нас получается. У нас, к сожалению, осталось не так много времени. Последний вопрос. Предусматривают ли планы на 2016 год окончание работ по таким, в общем-то, объектам, которые серьезно сейчас на слуху? Это спортивный городок, школа фехтования. Какая перспектива? Да, значит... Вот если можно...
Можно. Это наш, вот получается, да, мы заказчиками были на строительство этого объекта, вот, и строительство спортивного городка, и строительство школы фехтования, да, зала. Значит, и там, и оба объекта, они имеют большую степень строительной готовности, вот, более 50%, а зал фехтования. Значит, что касается зала фехтования, сумма там, конечно, немного меньше, чем по, в общем, по спортивному городку, да, на завершение. Мы пересчитали в 2015 году смету в новых ценах, мы прошли экспертизу, опять это дало нам возможность поучаствовать в государственных программах, да, и мы его подаем на 2016 год уже, вот в программу державной ДФР. Вот. И в принципе мы уверены, что этот объект пройдет, потому что он такой значимый действительно. И, ну, хотелось бы его привести к логическому концу. Вот. Это вы о школе фехтования? О школе фехтования, да? А спортивный, да, городок в целом? Спортивный городок в целом, как бы, тоже тема очень интересная, но денег там надо, ну, на порядок больше под завершение его. Опять же, я могу как бы подготовить там определенные вам материалы, потом показать. Это же не только вот то футбольное поле, да, которое сейчас, ну, мы, да, видим там с вами. Комплекс. Это комплекс, комплекс сооружений, и в принципе задумка очень неплохая. Там должны быть еще реализованы спортивные площадки. Это и теннисные корты, и баскетбольные площадки, и такой вот тренажеры антивандальные, да, открытого типа. Ну, вот. Еще ряд объектов. Также там надо закончить с инженерными сетями, там надо закончить работы по трансформаторной подстанции, там по газоснабжению, там тоже индивидуальная, кстати, газовая котельная на этом спортгородке. Вот. То есть это там... Ну, перспективы есть. Перспективы есть, конечно, есть, да. Що ж, Павло Анатолійович, я дякую за те, що завітали до студії, дякую за відповіді. Будемо сподіватися, що, ну, всі ваші проекти будуть реалізовані і реалізовані успішно. На все добре вам. Спасибо вам огромное. Спасибо.